Выборы в Славянском районе признаны состоявшимися. О том, как они прошли, с какой явкой и за кого проголосовали славянцы, нам рассказал председатель территориальной избирательной комиссии «Славянская» Анатолий Чумаков. Выборы у нас состоялись в этом году трехдневные, это с 9 по 11 число. Значит, наиболее активность проявили избиратели у нас это 9 числа и 11 числа. В целом пришло на выборы у нас более 47 тысяч избирателей, если брать на целом 96 тысяч. Явка составила 48,72%. Ну, выборы прошли спокойно, можно сказать. Комиссии сработали профессионально, хотя у нас было очень много наблюдателей на всех избирательных участках, но мы смогли это все отработать, сделать и вовремя сдали все протоколы. Поэтому вчера заседание было комиссии, комиссия подвела итоги, предварительные итоги уже подвели. В пятницу будут они официально опубликованы в местной газете «Заря Кубани». Поэтому можно сказать, что выборы прошли ровно. Благодарен всем председателям, секретарям, заместителям и всем членам комиссии за ту слаженную работу, которую они проявили в период проведения трехдневного голосования. Если рассматривать у нас по законодательному собранию, то у нас набрал наибольшее количество голосов это Чернявский Виктор Васильевич. За него проголосовало 81,45% тех избирателей, которые пришли на избирательные участки. По партиям, у нас были 5 партий, тоже за них голосовали. Наибольшее количество набрала партия «Единая Россия». За нее проголосовало 72,7% избирателей. Это вот то, что касается законодательного. Но у нас, помимо этого, были еще выборы глав поселений и депутатов. Но если рассматривать по главам, то Семко Александр Григорьевич набрал 92,66%. Дмитриев Евгений Викторович, за него проголосовали 83,46% избирателей. Пономарев Анатолий Васильевич, за него проголосовали 98,53%. Это говорит о полном доверии избирателей вот этого населенного пункта Рисово-Сельского поселения. И Стригуненко Константин Иванович, за него проголосовали избиратели в количестве 51,01%. Также мы избрали депутатов муниципального образования Славянский район. У нас было 2 округа свободные, места ушли депутаты. У нас в 18 округе избрана Солянник Инна Валентиновна. За нее проголосовали 84,8% избирателей. В 4 округе победила Ладыка Татьяна Николаевна. За нее проголосовало 51,05% избирателей. И также мы избрали депутатов Славянского городского поселения тоже по 2 округам. В 13 округе победил Михеев Михаил Сергеевич. За него отдали голоса 66,67% избирателей. И в 18 округе победил Шевердин Антон Игоревич. За него проголосовало 69,13% избирателей. Выборы в этом году, можно сказать, как никогда проходили в напряженном таком состоянии все находились. Велась довольно-таки такая вот агитационная работа. Каждый старался выиграть, победить. У нас активное участие принимали вот КПРФ. Они очень активно работали, агитировали. Но вот смогли победить тех, кто оказались лучшими, за кого отдали голоса наши избиратели.